проникающие в душу, трогательные до слез. Романсы, фронтовые вальсы, песни из любимых отечественных кинофильмов. Ветераны исполняют не под фонограмму, а как положено, под живую музыку. Это дело принципа. Гармония фортепиано уже классика. Хор «Зорька Алая» выступал под барабанную дробь. Под такую солдаты дружно шли в дальние боевые походы. Этот хор радует слушателей песнями уже четверть века. Его основал вместе с супругой Анатолий Титенко. Любовь к жизни, неиссякаемый оптимизм и стремление воспеть свой родной край, чтобы о нем услышала вся страна, объединили с годами более 30 белгородцев. Мы ценим наш Белгород и ту победу, за которую отцы отдали недаром свои головы. Но теперь мы, как видите, с каждым днем живем лучше, прекрасней и поем. Мы очень старались, переживали, волновались, и до сих пор волнение еще не прошло. Соперники достойные, а как же, достойные. Ну и мы старались, я думаю, что мы не подвели нашего руководителя. Пока одни выступают на сцене, другие участники старательно репетируют в фойе. Оттачивают последние движения и на зависть молодежи кружатся в танце, легко, непринужденно, улыбаясь друг другу. Валерий и Ирина дружат еще с 78-го года, а танцевать стали недавно. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Мы друг другу дарим творчество. Это радость, это движение, это счастье. Потому что без движения нет жизни. Это наше, как бы, единственное, как это сказать, в жизни яркая сторона, светлая сторона, которая позволяет нам в это сложное время легче переживать его. На первом областном фестивале творчества старшего поколения показать себя решили более 300 участников. Они выступали в 5 номинациях – литературное чтение, танцы, солисты, ансамбли и хоры. Последняя стала самой многочисленной и зрелищной. После выступления зрители не скупились на аплодисменты, а артисты на слова. Хор, в который я попала, это счастье для меня. Он мне дарит море силы и душевного огня. В хоре с радостью общаюсь, с наслаждением пою. В этом хоре бесподобно, отдыхаю, как в раю. В нашем репертуаре более 70 произведений. Мы каждое произведение от души любим и всегда с удовольствием поем. Сейчас проходят зональные этапы. Жюри выбирает лучшие коллективы. Они выступят на областном гала-концерте уже в апреле. Не упустите шанс услышать самое искреннее исполнение самых любимых песен. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.